Вечер хорошего кино на Беларусь 4. Могилев. Что общего между звездами французской киноклассики Бурвилем, Луи де Фюнесом и Жаном Габеном? Все трое прошли через Париж. Ваша работа. А что? Весьма неплохо. У вас есть опыт. Ты тот, кем ты хочешь быть. Черно-белая Франция в фильме «Через Париж» 24 марта в 9 вечера.